Саня пошла к морю, я пошла за ней. Ну, а, девчата пошли немножко искупаться, молодцы. Хотя папа купался, так сказал, что очень и очень холодная вода. Ну, вообще, Балтийское море, конечно, не очень нас так уже радует. Теплой водой это бывает иногда. Очень уже, когда бывает, наверное, где-то июль, август, вот, тогда море немножко согревается. А так, вообще-то, 15-17, это уже 18, это вообще уже, слушай, кажется, теплота. А вообще-то так 15-16 бывает. Я помню, что в детстве, когда мы купались, я залезала в воду и прямо жгло ножки. Вот это чувство я помню даже сейчас, когда я была вот такой, как Саня, и меньше. Но вообще мы все, наверное, люди, которые живем в Прибалтике, вот в Литве, мы все выросли в Паланге, у нас есть ностальгия к этому курорту. Вот кого не спросишь, кто тут живут, они все, у всех детство, какие-то воспоминания очень хорошие об этом курорте, потому что мы здесь выросли, на этом побережье. Иногда бывает так прямо, знаете, грустно, потому что смотришь на детей, которые тут играются, вспоминаешь себя маленькой. Вот так. Ну, короче, насчет этого видео, я не знаю, мне жалко, что все, кто нас смотрит, очень много людей, они нас смотрят на английский язык, и я не могу объяснить, потому что мой английский очень такой уже, совсем никакой. Мне надо его учить, я попробую, очень-очень попробую, я обещаю выучить его побольше, чтобы я могла выразить свои мысли, так как я могу себя выразить по-русски или по-литовски, конечно, но по-русски. Короче, подали эту петицию насчет этого ролика, что Саня там вот так же, как теперь бегает у моря. Ну, они нам, как тут сказать, типа написали, что они все равно видят в этом видео какие-то нехорошие, негативные вещи. Я не знаю, знаете, мне Саня вот показала, там такие видео есть, что вообще ужас, девчата свои попы на таком ракурсе показывают, что вау. А тут вообще, я не знаю даже, никогда в жизни не было показать что такое. Да, пишут, бывают там всякие люди, но ты же не можешь, ты их прям вычеркиваешь из списков, они вообще появляются потом совсем под другими именами. Так что, ну я не знаю, короче говоря, все у нас теперь хорошо, мы попробуем. Ну давай, подожди, сейчас пробегут люди. Она теплая, не бойся. Ну давай, давай. Замочим ножки. Класс! Ну нет, совсем холодная вода. Ну конечно, совсем телом, если погрузиться, наверное, холодно. Да, Саня? Да, наверное, холодновато будет. Давай идем. Ведь ты тут хочешь еще побыть. Не будет горлышко болеть потом, нет? Да. Теплая вода, почему папа говорит, что... Ну, сегодня и на побережье есть людей немножко больше, кто откуда вылез. Но вчера вообще на этом концерте как классно, мы немножко с Аней потанцевали, провели хорошо время. Очень так, я бы сказала даже. Музыка хорошая, звук очень хороший. Ну, короче говоря, мне понравилось. Очень много людей, все такие в настроении, красивые, загоревшие. Ну, короче говоря, я обожаю, вообще обожаю, когда летом в Паланге много людей. Я обожаю, когда идет вот эта вся такая волна хорошей энергетики. Супер тогда, вообще. На живот вот так сделай и посмотрим. Ну все, бесится уже. Знаешь, как из этого фильма противная девчонка. Зачем ты ко мне лезешь? Ну
знаешь, как там, зачем ты ко мне лезешь, противная девчонка? Как из мультика, знаешь, персонажи бывают. Я сейчас упаду со своими этими плавками, будет мне беда. Попа вся будет в песке. Капитюха. Да, и будет потом. Капитюха. Ну, идем немножко еще вперед, прогуляемся. Давай, ты что-нибудь расскажешь еще. Все равно. Ай, какой-то тут, видишь, такой он грязнее, да, чем вот там. Вот тут смотри, какой тут король. А тут прям жесткий, ножки чувствуют его, какой он жесткий. И очень горячий. Да, и очень горячий. Нагрелся. Нагрелся. Ой, тут как классно, вот. Вау, супер. Эти дети там качаются в этой корзинке. Братики. Ой, смотри на твоего этого одноклассника, как похож на Аюса. Немножко вот этот все побежал. Саня, ты видел? Смотри. Ну что, Саня, давай прощаться? Ставьте лайки, подписывайтесь. И всем пока-пока-пока. И всем пока-пока. Девчонка на этих палках, смотри, там идет. Видишь? Мама. Я не знаю, что мама.